Всем привет, с вами философ Иннокентий, шучу, с вами Shadow Walker, и это продолжение игры Кума Мортуари, вторая серия. Так, ну что, погнали? Чё-то как-то не работает, наверное. Интересно, почему не работает? Я подумал, если мы направили тогда налево, на эту решетку и открыли ее с помощью этого рычага, то может быть она откроет эту нам решетку. Но видите, что-то не так. Что-то действительно не так. Давайте тогда вот это. Вдруг получится. О, видите? Видите? Всему свое время, философское. Так. Рычажок. Ну? Что-то не сразу обычно работает этот рычаг. Так, и по идее мы должны направить статую туда и открыть последним рычагом эту саненькую дверь. А почему я больше не могу использовать? А? Или может Нет. Мне не дают использовать ни один рычаг. Не знаю, в чем прикол, ребят. А, может быть этот? Вот. Отлично. Так, ну, я ожидаю вот этой вот неожиданной озвучки. Уже ожидаю. Потому что вдруг вылезет скример в виде озвучки. Ух ты. Здесь не действуют молитвы наших религий. Нет панацеи, кроме истинного осознания своих ошибок. От человека зависит, насколько он хочет признать свою неправоту и избавиться от мук. Многие так и погибали здесь на полпути к выздоровлению. Но большинство сходило с ума. И лишь единицы выходили здоровыми в портал жизни. Блин, как все красиво. В плане освещения... Особенно в плане освещения теней, это просто шикарно, я бы сказал. А если бы игра была подобием Амнезии, подобию, то она была бы неплохим конкурентом по Амнезии. Так, но это все даже очень красиво, мне нравится, согласен. Так. Так, я там видел один поход с факелом. Так что пойдемте туда. Да, еще на месте бы разработчика я бы хоть маленький спринт бы сделал. А то я вот нажал на shift, он еще медленнее идет. Не камильфо, однако. Здесь не вылезут какие-нибудь... Сраный скример или опять озвучка. Хотя я уже готов к этому. Так, ну походу не будет. И слава богу. Так. Кто плачет? Этот плач мы уже, по-моему, слышали в доме в тумане. Когда мы были. Домик в тумане. Или туман в доме. Называйте как хотите. Хватит хныкать, а то по хлещам тебе сейчас дам. Вау. Какая красотень. Да, необычно все это выглядит, необычная игра. С необычным интерьером, ёб твою мать. Какая красотень. И вопрос, куда мне идти? Это какое-то мертвое дерево, что ли? Так, рычаги. А, ни один, походу, я не могу взаимодействовать. Кстати, рычаги почему-то встречаются на каждом столбе.
и я тут не могу взаимодействовать. Ладно. Ух, нихрена там темень. Они тут... Не оттуда ли мы пришли? Чё-то мне кажется, что сюда не надо. Или? Странно. Но почему-то... Вы же видели, откуда мы пришли. Странно, но... Мы пришли оттуда, а интерьер повторяется. Не камильфо, разработчик. Чтобы интерьеры повторялись. Так, это нужно в нужном порядке еще надо. Окейюшки. Этот можно? Можно. Так. Что за подусторонние хрени сейчас происходят? Неужели сейчас дерево живет? О, мы тут были. Поход. Он открывается, что ли? Ой-ё-то. Это да чё за плита? Подозрительно. И нам еще придется вернуться, но вопрос как еще? Ой, блин. Ой-ой-ой. Вот сейчас мне не нравится, абсолютно не нравится. Сейчас вылезут какие-нибудь скримеры, блин. Нет? Ты сам спустился. Хорошо. Это рад, что ты хоть сам спустился. Мне не нужно бегать по полчаса. Нифига. И я туда должен прыгнуть. Кстати, заметьте, это не я сейчас управляю. Это запись, походу. Вау. Умер, что ли? Что-то наш герой туда прыгнул и, видать, умер. Ёб твою мать! Вот это уже нехорошо. О. Так, почему-то неожиданно ты, по-моему, стал немного быстрее ходить. Это хорошо. Этот что... мир как блять. Забанил. Отсюда есть только один выход. И это не смерть. Умерев здесь, душа навеки становится пленником этих мест и никогда не возродится вновь. Миллионы призраков прячутся во тьме. Искусственный свет их слепит, а природный вергает в муки. Они тянутся к нему, но не могут коснуться. Души не созданы для тьмы, но и свет не принимает их. Они обречены томиться здесь до конца всех времен. Не работает. Ладно. Но это единственный свет, где, наверное, есть. Где еще свет? Ну, скорее всего, тут. Так, а тут есть рычажок? Рычажок! Да. Сейчас, наверное, свернут не туда, и меня убьют. А, вот рычажок, походу. Так, только не, не надо мне тут скримеров. Блин. Почему-то мой персонаж сам отошел назад. Так. Погодите, путь продолжается? То есть... Блять! Ой, ёб твою мать, я чуть не пересрался со страху. Твою мать. Вы чё, блин, издеваетесь? Нахер такие игры. Так, ну там обычно ничего нет. Да кто там экает? Блять.
Блять, и чё тут не пойти? Угу. Да кто там экает? Чувак, пойми, что мне тоже страшно тут находиться. Не пробуй-ка ты поубавить свой звук, что ли? Мне кажется, что отсюда доносился звук. Блин, какая темень, твою ма... Блин. Чувак, поубавь звук. Мне страшно. Игра давит на атмосферу, ребят. Не забываем об этом. Что она давит нам на атмосферу. Блять. Вот... Что бы вы сделали, если бы очутились в таком месте? Это же пиздец. Тут бы не жить. Да еще психическую травму можно получить. Да знаете. Все время в клаустрофобии жить, это пиздец. Так. Странно, вроде бы все ящики сделал, может там что-то есть. Да, всплески воды. No, не слышали. Вон еще один рычаг. Я боюсь! Кто-то идет. Кто идет? Никого. Никого. Мне, сука, страшно, и тут никого нет. Ой, бля. Чё-то где-то открывается. Звуки амнезии. У-у-у. Ностальгия. Ностальжи. Сука, как будто там жопу разрывают. Какой жуткий-то звук. Ай, почему я в это играю? Зачем вы меня заставили в это играть? Тихо. Еще один рычаг. Ага. Неожиданно ты стал, бля! Ничего не знаю. И где я? Так, попробуем еще раз, побыстрее. Вот. Угу. Надо было просто побыстрее, я что-то не сразу понял. Ладно. А с этим я не могу взаимодействовать. Кто ноет? Постоянно какие-то звуки, блин, странные. Так, вот прямая. Это идеальное место для скримеров. Так, только, пожалуйста, не пугайте. Иначе я просто... Здесь кто-то есть. Нахуй пошли. Я не буду никого там слушать. Просто, блять, нахуй пошли. Это что, звуки дракона, что ли? Ебать. С такими звуками я бы тут вообще не жил. Ой, какая страшная хрень. Это что? Куда это мы вышли? Офигеть. Жесть. А,
Охренеть. Я бы тут даже и не смог пилить, потому что я еще и боюсь высоты. А и у меня еще и клаустрофобия, к тому же. У меня проблемы с сердцем, с нервами. Ну, вы сами понимаете, что мне такие как бы игры противопоказаны, можно сказать. И мне вообще категорически нельзя играть. Но придется, ребята. Что не сделаешь ради подписчиков? Мне не нравится эта песня. Абсолютно не нравится. Свет, свет, свет. Вопрос, куда пойти? Я так думаю, что тут есть. Все началось с прибытия в мортуарий тела одной женщины. В те времена над лечением людей трудились ангелы-утешители. И это были давние времена, о них почти забыли. И лишь статуи напоминают об их былом существовании. Дух ангелов падал с каждым днем. С каждым разом люди пребывали все хуже и хуже. И когда прибыла эта женщина, уставшие и без того ангелы утратили в нас веру и покинули мортуарий. Тело этой женщины после омовения даже не очнулось. Оно сначала развалилось на части, а потом превратилась в гнилую массу, из которой торчали черные поломанные кости. Фу. Жуть. Жуткое это зрелище. Ой, меня опять опугала больше всего эта сраная озвучка. Она слишком резкая. Слишком громкая. Я так понимаю, рычаг. Так. Есть пути, нету пути. Куда я могу дернуть этот чертов рычаг? Где-то что-то открылось, а вот хз где? Догадывайтесь теперь сами. Кровь. Уже жутко. Так, и... А почему-то невидимая стена не хочет меня пропускать сюда. Просто не хочет, ладно. Значит, нам не сюда. А, я слышу звуки из... Ой, как же он назывался-то? Об этой женщине, блядь, известно немного. Она олицетворила в себе все самое худшее, что может быть в людях. Корысть. Жадность, тщеславие, жестокость, блуд, святотатство. Но этого списка недостаточно, чтобы проснуться мертвым. Чтобы проснуться мертвым, нужно убить тысячи невинных людей собственными руками. И среди этих тысяч обязательно должны быть дети. Твою мать. Это жуткое зрелище. Ну, весь сюжет подается именно через субтитры. Другие обитающие здесь призраки обходят ее стороной. Она держит их на расстоянии, и нет более жестокого существа среди них, чем она. К сожалению, мне довелось с ней повстречаться. Даже так? Интересно. Интересненько. Блядь! Это что за хуйло? Бля, тупик. Так, 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 оп. Так, ладно, еще раз. Кто это такая? Ты кто такая вообще? Пиздоблядская ты тварина, а? Мне что, спрыгнуть хотите, что ли? Йо! Куда мне идти, мазафака, а? Нахуй пошла. Мне кажется, что сюда и надо. Да-да-да-да. Я был прав. Так, почему свет не горит, твою мать? Так, куда-куда? Блин, это тупик.
Ёб твою мать! Здравствуй, сучка. Нихера ты какая. Я не понимаю, ребят, что за музыка и что это за херло тут делает. Но мне лучше бежать куда-нибудь. А куда, я не знаю. Очевидно, что сюда. Так. Я надеюсь, ты там хуйло не стоишь. Привет, сучка! Нахуй пошла, нахуй пошла, нахуй пошла, нахуй пошла, нахуй пошла. Куда, куда, куда? Блять, направо. Так. Так, 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 куда, куда? Блять, 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 блять. Куда вообще идти, я не понимаю. Я просто наобум иду. Так, налево. Направо. Блять! Ой, твою мать. Ребята, это пиздец. Эта игра напугала меня уже до усрачки. Но лучше их не злить. Они быстро звереют и так же быстро приходят в себя. Их жизнь полна скорби и голода по свету. Но есть среди них безобидные и даже добрые. Добрые призраки — это сильные души. Говорят, что их рано или поздно забирают небеса. Но это только слухи. Твою мать. Ка уже держит напряжение. Большие напряжения. Умереть тут реально. Умереть, чтобы ты умер. Вот это было стрёмно, ребят. Согласен. Это был пиздец. Почему-то только что сейчас музыка раздвоилась. Странно. Мне не нравится эта музыка уже. Почему всегда музыка такая громкая? И в настройках аудио это хер выкрутишь. В этой игре настройки аудио хрен выкрутишь вообще. За много тысяч лет мир мертвых пережил не один переворот. И таким, какой он сейчас, наверное, хуже уже не будет. С уходом ангелов не стало и порядка. После них за мортуарием следили их последователи. Но и их надолго не хватило. Они сдались, когда на Земле наступил всемирно известный глобальный потоп. Земные события создали здесь настоящий хаос. И некоторое время лодки никто не встречал. Они разбивались о скалы или были съедены обитателями ям, которые пробили с голода сюда дорогу. После небольшого затишья в этот мир прибыли неизвестные, которые называли себя бессмертными. Они поработили выживших, и мортуарий стал колонией. Они продолжили дело ангелов-утешителей, но уже совсем наоборот. Сильных людей путем пыток и унижения они превращали в слабых и отправляли на землю испорченные души. Для этих целей руками рабов были возведены тюрьмы, каждую из которых нетрудно назвать адом. Нифига себе. Вот это жопа. Я до сих пор не знаю имени нашего персонажа. Блять! Фух.
Это что за дерьмо? Фу, твою мать. Я что, в террариум попал, что ли? Ёб твою. Вы хотите сказать, что теперь это будет нашими врагами? Нихуя себе! Охренеть. Просто эпик. А, собачка. А это кто? Кстати, он был в начале игры. Взрыв моей машины был услышан в тюрьмах. Бессмертные его восприняли как угрозу побега и ликвидировали наиболее сильных и опасных заключенных. Кому-то посчастливилось умереть быстро. А кому-то... А кому-то? Что это такое? Что это вообще за место? Вообще много чего непонятного. Мне повезло, я избежал такой участи, но долго мне тут сидеть не придется. Меня либо казнят, либо я сбегу. Нет ничего хуже, чем сидеть и изо дня в день ждать смерть. Я лучше сам найду ее в попытке что-то изменить. Вот и все, ребята. На этом подошел конец первого акта игры Coma Mortuary. Также напоминаю, что у нас до сих пор работает конкурс на Steam игры. С вами был Shadow Walker. Подписывайтесь, ставьте лайк, не забывайте комментировать видео, чтобы выходило как можно больше свеженьких видео. Всем удачи и пока!